В горбольнице номер 6 во время диагностики аппендицита умерла 17-летняя пациентка. По одной из версий, причиной трагедии стал разрыв сосуда при выполнении эндоскопии. Известно, девушка обратилась в больницу с жалобами на боли в животе. После осмотра врачи выписали направление в хирургическое отделение. Студентка съездила домой за вещами и под вечер самостоятельно приехала в больницу. Но во время осмотра что-то пошло не так, и девочка скончалась. Спасти ребенка пытались две бригады медиков. Она умерла на операционном столе, не выдержала, остановилось сердечко. Ей было всего 17 лет, совсем еще ребенок. Нет в мире таких слов, которые могли бы описать всю боль, которую сейчас чувствуют родные и близкие ей люди. В Минздраве сообщили, что уже начали проверку. Берут объяснение у врача, который проводил осмотр и мог случайно повредить сосуд, что, возможно, и привело к смерти девочки.